Вот они все любители шипмента 24 на 7. А двойная СПА скоро будет? А, блин, у меня шейдер компиляция. Двойная экспа хз. Ну, точно не в начале сезона. Они в начале сезона никогда этого не делают. Так, перезапуск. Так, ну что, он переспускается, не? А, да. Сейчас не вступайте пока мне в пати, у меня шейдеры компиляция. У нас сегодня только шипмент? Да, возможно. Не, ну начнем, конечно, с него. Когда без шипмента-то. Здорово, демон. У меня уже батлпасс 47 уровня, между прочим. А ты пехоту на винтовке уже качаешь? По-моему, да. Сейчас скажу. Все лохмы прокачаны, отлично. Сейчас мне тут он... Да хорош, просыпайся. Окей. А, да, пехот... ЕБР у меня 14, сейчас 14 уровня, кстати. Ой, я задолбался, не по 20 патронов, где впихивать. Она такая немощная. Девять процентов. Что-то долго шейбит компиляция. Обычно они у меня очень быстро. А тут что-то прям совсем медленно. 9%. Двенадцать. О, какая-то бесплатная версия. Это что, сейчас Free Weekend, что ли? Походу. О май. О май. Привет, Крити. Привет, Берсерк. Что за X-Defiance? Пропустил стрим, на что похоже? Похоже на старые колды. Но с самобытным дизайном от Ubisoft'а. Здорово, Фримен. Подождите, а... 10 на 10 убрали? Нет. Вот... А, нет, вот оно и слава тебе, господи. Хорошо, сначала разминаемся на шипменте, потом идем в нормальный режим. Таня, ты пробовал ранкет матч? Я ж просил не вступать в группу. Так ты уже начал там про то, все, 5-10. Нет, я спросил, у меня шейдер компиляция. Я начал, я, вы узнаете, я скажу. Пипец, что-то не сильно долго вообще. Ну, то есть, по-моему, они у меня всегда там, типа, секунд 30. За жесткие мои уважения. А чего Дельгар, ты хочешь скины? Зран. Я не знаю, зачем ему вообще режим нужен. Прошу, ты у него ходил? Не. Все, можно вступать. Так, Дельгада, катание. Я вроде вошел. Так, хорошо, пошли на шипмент развлекаться пока чуть-чуть. Ну как развлекаться? Так, экспа. Сколько я буду играть? Я буду играть часика полтора. Значит, 45 плюс 15 плюс 30. Раз, два, три.
О, Делик, кстати, на пехотные винтовки. Удвоенный опыт с 21 по 24 апреля будет. Меня не будет в это время. Сами мучитесь. Катани, за тобой пришли, выехали уже, что ли? Да нет. Я не знаю, Фримен, почему ты сегодня подкаст ждал. Подкаст по четвергам. Ты где-то день потерял. А, и бесплатный доступ мультиплеера до 26 апреля открылся. Да, X-Defiant ты имеешь в виду? Не, в колду. Подожди, я слышал, что X-Defiant продлили. А, это я не слышал. Ну-ка, сейчас поищем. Из-за того, что у них были баги с прокачкой, они решили продлить бету. Но я не знаю, на какой срок. Вуф. Заяц с розовым щитом. А, забавно, Катани, когда ты щит за спину убираешь, он перекрашивается в черный. Короче, на щит накладывается текстура только когда ты его держишь в руках. Да твою мать, никого не убью. Да, это же шипнет. Да. Нет, тут, короче, с винтовкой очень тяжело. Ну, я 4 человека каким-то образом успел убить с винтовки. Да, только одного. Да, играй лучше, я знаю. Еще же надо жетончики собирать. Было бы неплохо. Но началось. О, норм, это винтовок просто ваншотит всех. Понятно, почему так быстро убивается. Нет, что-то не, это что-то не ваншотит, если только в голову попадешь. Ну вообще никак. Сашовский, как у тебя дела? Рассказывай. Ты что-то давно не заходил. Захватываем Браво. Патроны качаются. Так, тут есть монетка. Попал. Противник удерживает две цели. Захватывает. Беспилотник готов к вылету. Наша посылка уже в пути. Верх перелет действует. Они вызвали. Да что ж такое? Нет, это конечно, это сложно. Это сложно. Сейчас выйдет слева. Ладно, не выйдет, я убил. Работа еще, думаешь одну работу взять? Ну ты это... Всех денег, Сашовский, не заработаешь. Можно не все. Разрешаю, не все деньги зарабатывают. Эй.
успею монетку подобрать. Нет. Жесть, они всех сожгли. Я сегодня пиццу съел на ужин, а? Из Доминос. А, блин, я забыл, что надо же было взять этот самый... обнаружитель, чтобы больше опыта капало. Отпиздим серию убийств. Найс. Видел? Да. Лучше я, чем враг. Хотя их там две, там еще вторая. Кстати, ну ладно. Носится он тут, блин. Да, блин. Здорово, Лёрль. Играть будешь? Не будешь играть? Как так? Работа? Че? Работа не волк. А колда? В колде шипнет 24 на 7. Когда ты еще такое удовольствие увидишь? Но я, кстати, сосу вообще. Безбожно. На последнем месте. Таня, у вас было 30 спартанцев? Да. Блин, какая-то мразь набила. Да, что ж такое? Я что, промазал? Как так это возможно вообще? Вот не промазал. Демон, как народу наберется, будешь ставки делать, пожалуйста? Если у тебя есть время. Вчера ставочки нормально зашли. Ну, я в минус на минусок, там, 300 тысяч. Ну, это ты. Просто играть не умеешь. О, сейчас последний бис по мне. Дружись.
основной ставки на шипменте. Но это рандом вообще. Сейчас еще пару раз шипмент, и пойдут нормальные видеоигры. За раунд 120 киллов как-то вообще возможно. Ой, я все делики выполнил. Кроме бонусных. О, и пехотную винтовку на 5 уровень, конечно, здесь, на шипменте. О, стоп, кстати. А, да, я уже прокачал. Так, следующее. СПР. А, у меня никакого нет он для него. Вообще ничего нет, удивительно. Ну, СПР так СПР. Уже, значит, читы завезли в Defiant. Неплохо. То есть плохо, но неплохо. СПР 208. Вот я с ней еще стрелял. Она клевая. Даже без завесов. Она какую-то, почти на какую-то ружбайку похожа. Так, 5-10. Да, ты смотри. Ну, если говорит, выстрел прощающий. В тело просто ваншот. Мы контролируем Чарли. Наверное, без этого, без прицелки использовать, потому что прицель недолго. Да, она нормально вообще. Тут не надо даже целиться. Ну, то есть надо, конечно, но не... Клево. Но не это... Если у них античит, я боюсь, вот в X-Defiant. Дело в том, что он же сделан на сноу этом самом. На сноудропе, и я уверен, что у них античит тот же, который в Division. А в Division читеры были. Помнишь, первая бета, которая в Division была? Когда Ли с Артмани и Читмаксом взламывали просто-напросто игру. Потому что информация локально сохранилась. Ну, ничего, Макс еще другой был. Это в какой игре было? Самая первая бета дивижена. А, да, точно! Я вспомнил это. Там был, там был какой-то адский ад вообще. Это же да! В этом самом... В темной зоне вообще не было невозможно играть. Я вспомнил это. Блин, ты мне такое воспоминание разблокировал. Жесть. Я смогу делать нарезки. Да, разблокировано воспоминание. Кузьмич запомнит это. Лагаю сильно. И мы поэтому в темную зону вообще не совались, потому что там, ну, просто было делать нечего. И они долго-долго обещали это пофиксить. Я, по-моему, даже видео смотрел, как чувак просто с помощью артмани там себе... На оружие. Или подожди, это в Destiny было? Нет, это было самая первая бета Division. Самая-самая первая. Destiny пока вообще не было. Возможно, ты то, что люди фармили норку, это было первым Destiny. Еще в 2014 году тебя еще только хуесосин назвал. Да. И не только меня. Вы все... Так, ну когда шипмент закончим, пойдем, короче, нормальные карты, и там уже можно голосовухи делать. Голосовалки, в смысле, голосовухи. Я сниму с этой пушки прицел, тут он не нужен. Да, по-моему, она вообще идеально просто. Не надо вообще ничего делать. Но если только, не знаю. Быстрее еще прицеливаться на всякий случай. Захватываем право. Противник захватывает Чарли. Мы контролируем
Да не, он там под электричеством, бей его. Да, долго, он, конечно, долго очень целится. Это вот у нее минус. А без прицела она, по-моему, вообще куда бог пошлет. Ну, в упор она без прицела бьет. Не, ну хорош, я уже с нее трен... Короче, я за вот эту маленькую отрезок матча убил из нее больше, чем в прошлом матче. Ну весело, да? Да, веселая, веселая пушка. Вот. Потом... ЕБР-ка говно. Да-да. Попробуй потом просто с револьверов здесь побегать так же. Ну этот, надо мне достичь определенного состояния духа. Ты на жопу щитно цепляешь и бегаешь. Щит на жопу нацепил. Не, ну вообще. One shot, one kill. Я их шахматил. Не, все равно все-таки у нее есть отрицательные стороны, но их меньше, чем по сравнению с предыдущей. Там просто нужно было закликивать постоянно. Да-да-да, там надо было это. С одной пули там можно было только в голову убить. А помнишь, были мышки X7, которые будут тройной клик? Да, у меня была такая. Пригодился. Но я не пользовался. Граната, я умру сейчас. Не, все равно мне кажется, что в упор с как это с плеча он не очень хорошо. Я, по-моему, еще ни разу не попал. Блин, а еще он в полет не стреляет, к сожалению. То есть ты навелся, ну, нацелился, но так в полете выстрел не идет. Что значит в полете? Ну, ты из угла выпрыгиваешь, когда ты в прыжке нажимаешь прицеливаться. А, она сначала останавливается, да. Надо еще одного убить из бедра. Я сказал от плеча, господи, я совсем все забыл. Все, готов. В упор не убил. То есть, когда не в любую часть тела. Работает ППЛ.
А, косой. Че я такой косой? Ты попал. Это же был изи килл вообще. Здесь про СВП не забили. Да? Да, это наш. Наш твой? А. Я не наш. По смысле не мой. Не, ну тут, конечно, раздолье с дробовиками бегать, сам бог велел. Мне тут, кажется, это скучно. Постоянно с ним бегать. Вообще-то очень сильно палятся ребята, которых используют лазерные прицелы. И стоят за углом, ждут. Угу. Да, блин. Долгая перезарядка. Ну, то есть он выстреливает, и следующий патрон в патронник он очень долго заводит. Короче, у тебя есть один шанс выстрелить, если на кого-то выбегаешь. Если ты его не убил, то все. Баланс. Как еще? Ну да. Да хорош. О. Вижу противника. Блин, помогло. Блин, опять забыл этот сам. Это очень хорошо работает. Никто ловушки не ставит на гранаты. Так, я забыл, что я хотел. Сканирующую гранату взять. Да, скорее всего, есть мод или перк, но это с этим лениво разбираться. На шипменте особо и не надо. Блин, забыл сканирующую бросить. Вот и поражение. Так, интересно, насколько я... 27 человек убил? Блин, это реально в два раза лучше, чем на прошлом матче. Но все равно на предпоследнем месте. Но мы не сильно продали. Ну хотя кого здесь волнует это на шипменте? Да. Так, сейчас посмотрю, что-нибудь прокачалось. Да, так, приклад, закрой магазины. Дуло. Начинает плавность отдачи, это нафиг. Скорость прицела. Шипинг загружается. Да, я знаю. Это хорошо. А мы не обычный пойдем? Следующее. Окей. Во, скорость прицеливания и стабильность прицеливания есть. Готовность стрельбе после бега. Вот это очень. ЛЦУ на эту херню. Опять же киллайт. Ну, пока получается, на нее только, не знаю, такую лазерную каску прицепил. Ну, я сейчас повесил, посмотрю, как она работает. Во. Побыстрее. Скорость перезарядки, но у меня нету этих модулей. Скорость перезарядки, она обычно в этом... То, что на корпус вешается. Уничтожайте противников и собирайте их жетоны. О, жетончик. Блин, он только мешает немного. Он в неудобном месте находится. Братья!
Эй! О, зато с лазерным прицелом я могу от бедра нормально убивать людей. Отлично, у меня ящик забрали. Да, ловкость рук, по-моему, есть. Но я перки очень редко меняю. У меня есть свой набор, который я к нему привык, скажем так, к своему поведению. Я его конкретно под оружие не затачиваю. Но это мои личные заморочки. Да, блин. Подожди, локс рук, это разве не на смену оружия первого второго? Нет. Или да. Или я не... Не, подожди, скорость перезарядки, по-моему. Да хорош ты, мразь. Да, блядь, почему в то место, куда я опять кидаю ящик, тут убегает куча чингачкуков? Блин, надо было туда просто гранату кинуть. Дрозван. VIP-клиенты пожаловали. Снимите шляпу. Это же VIP-пользователь. Это же целый VIP-пользователь. Это вражеское СВП. Развивать его. Да. Хорош. А то в меня падай. Только не в меня. В этом матче что-то я совсем сосал. Ладно, хотя бы жетон собираю. Тепло ли у нас сегодня? У нас плюс 16 сегодня было. Но с утра холодно все еще. С утра еще отвратительно холодно. Плюс 4, плюс 5, типа того. А вот к вечеру теплынь. Сейчас опять похолодает. Ликвидация
Эвакуация подтверждена. Да, блин. Мы потеряли половину поля. Дайте им отпор. У вас Зван холоднее, потому что отключили последнюю атомную электростанцию в стране. Всем приготовиться, со следующего матча будут став очки. Ну и будут, если Диамонт будет делать, а так-то я-то что, я делать ничего не буду. Открыта вакансия ставочника на стримы. АК-модератор. Да, что же это? Да все, уже мясо пошло, тут все взрывается. My humor по Г7, я так ее люблю, она такая быстро стреляющая. Щитом сгорел на работе. Я забил. Хорош. Блин, вот этот мудила с этим с перком, второй шанс, по-моему, называется, да? Да, я его постоянно добиваю. А я вот не успеваю. А вы все равно не спасаешь. Но он немножко подзадрал. Я у него обычно что не кидаю, там гранату или молотов. Черт. Кинул в себя бугл. Коктейль Молотова. Еще не отключили, просто энергию больше не поставляют. Отключаться будут. Зачем постоянно надо будет следить? Потом что-то с объектом радиации делать надо будет. Ну или миллион лет хранить. Да, ну в смысле просто... У вас по сути нету действующих этих атомных электростанций. Все. Это все, что я знаю. В Твиттере есть чувак с ником «Энергетический батончик», который в Германии живет. Он энергетиком работает. Он работает в компании, которая строит battery storage. Большие хранилки батарейки электроэнергии. Ну, прям в промышленных масштабах. Вот. И он там задвигает про энергетическое состояние Европы обычно. Я не помню, как у него ник, но набираешь, короче, в Твиттер энергетический батончик. И он там как раз треды по всякой энергетике, по солнечной, по батарейкам, по ценам на энергоносители и прочее такое. Ну, то есть, понятно, почему я на него подписался, потому что он там волнующий в определенный момент жизни меня вопросы освещал. Сейчас меня это уже не так сильно волнует. Но у него там можно найти графики по распределению, откуда, в какой стране.
какой тип энергии откуда поставляется, там солнечно. Я вообще на самом деле думал, что типа очень много солнечной энергии. А там на самом деле какой-то очень мега смешной процент. Больше всего из зеленой энергии добавляют, вот, не знаю, по крайней мере в Нидерландах добывается с помощью ветра. Я не думал, что столько ветряков, столько энергии вообще в стране именно от ветряков. Их много, они мощные, они работают по сути круглосуточно, в отличие от солнечной энергии. А солнечная энергия там вообще какие-то копейки. Так, да, время ставочек. И чё, вы верите в нас? Смотрите, как мы размялись, пацаны. Так, чё у меня тут? Так, приклад, магазин. Ёмкость магазина меня не сильно волнует. Сошки? Для этой херни есть сошки? Прикинь вообще. Да, у нас много ветряков в море. Нет, я просто говорю, что мне почему-то казалось, что типа солнечная энергия рулит, но на самом деле нет. Особенно в Нидерландах. То есть ветряки строят уже очень давно, а вот солнечные фермы не так. Так, ого, пошло голосование. Так, вы в нас верите или нет? Я не понял. Превосходство. Так, 10-10 же, да? Захватывайте цели. Захватываем чарты. 10-10. Меняем магазин. Угу. Здравствуйте. Привет. О, енот пришел. Боже. Боже. Девочки, контролируйте свои оргазмы. Мальчики тоже. Привет. Молчит. Че молчишь? Енот. Енот. Молчи, левый енот. 2-3. Вот, теперь мы тебя слышим. Добрый вечер, что-то... Никто не вечен. Да, что-то был... Первый в печень. А я смотрю, как называется твой стрим, и думаю, не зря ли я делаю... Нет, мы только что закончили шипмент. А, слава господи. Мы на нем разминались всего-то 45 минут. Размяли все, что можно. Получается, это рука судьбы. Да. Что пошерудило в моей этой линии судьбы. Я не в курсе, а тебе не нравится шипмент? Да. Ну, это было интересно, весело. В первой игре, а сейчас то же самое. Зачем? Вот ты заваншаешь. Пресловутые пушки кучатся. Да, дело там все в балансе. Блин, на этой карте можно и на эту пушку прицел поставить. Не, все равно слишком долго у нее между выстрелами. То есть, типа, есть только один шанс. Прямо как у тебя, Кузьмич. Угу. И он у меня уже был. You had one chance. Блин. Противник захватывает право. А, кстати, Кузьмич, дополнение так. Для Horizon, которое вышло. Угу. Там нельзя поиграть в него отдельно. Не про... Ну, то есть сохранки нужны. Но да. Скорее всего, ты, если купишь на нидерландский аккаунт, ты сможешь в него поиграть спокойно. Я не смогу купить DLC без базовой игры, по-моему, насколько я знаю.
Мне придется второй раз Horizon покупать. Ну, ты можешь купить подписку на PS Plus. Делегата, короче, это, ну, типа, ради Horizon я не DLC игры, которая меня вообще не впечатлила, я не готов вообще даже шевелиться. Тем более сейчас выходит как минимум две игры, которые мне интересны. Какие же? Первый это Dead Island, второй. Она мало интересна, но так, все равно хочу пройти. Потому что зомби я люблю. А вот вторая это Star Wars. Этот самый Jedi Survivor. Это вот такие игры я прям люблю и прям буду играть. Я как раз вернусь с отпуска, и она в этот день выйдет, но я на следующий день только начну. Да, меня не будет всю следующую неделю. Я в субботу уезжаю, вернусь только в пятницу. Поздно. Ну, короче, по сути, в субботу следующую неделю вернусь. Ровно неделю. Только IRL стримы из Испании. Солнечный. Все, поставь прицел на нее. Нет. Будешь опять машину ориентировать. Ну, на пару дней точно я всегда обычно беру, чтобы семью покатать по этому. Это остров будет, это Пальма де Майорка. Мы там уже были. Так что ничего нового там не будет, но кататься тема. Нет, не так дорого машину арендовать. Типа там 50 евро в день, что-то такое. Обычно. Ну, обычную машину, если хочешь какую-то. Спортивный суперкар, это, конечно, да, это там по 200 евро в день. Где я, а где спортивная машина? Я как-то арендовал спортивную машину, потому что другого ничего не было. Не понравилось. Ну, то есть, по острову ездить особо негде. То вверх, то вниз по серпантину вообще от сатаны. Ах ты припадочный, урод вообще. Киберспортсмен в белой этой бегает тут. Чуть-чуть сразу кого-то видит, сразу падает. Ну ты мразь вообще, ну как -то? Ну кто так делает? Надо законодательно запретить. Падать? Да. Падать ниже уже некуда. Они все падают и падают. А в Португалию я езжу? Нет, не езжу в Португалию. Пока не был там. У нас там коллега живет. Возможно, на Дивгам в Португалию поеду в этом году. Там будет Дивгам, насколько я помню, когда-то. Блин, сказнить не получилось. Это наш мистер. Я на нем сейчас. Ну, Кирилл успел бить. Точка. Так, что мы выиграем? Не, мы проигрываем, кстати, чат. Кто там желает мне проигрыша?
А я не помню, на что я поставил, да. Это истинный... истинный казиношник. Ах ты. Понятно все с тобой. Слушай, это клевая винтовка, на всех ваншотит на любом расстоянии. Да, но у меня почему-то иногда, иногда нет. Желательно, конечно, попадать. А что сегодня за патч в колде? Просто она у меня без перезагрузки компа что-то даже не стала выпускаться. Хз, не было никакого патча. Ну, Gigabyte скачался. Ты давно, наверное, не запускал. Не, был патч. Ну, я просто, видимо, не заметил. Перезапустить сейчас, окей. Блин. Так, это наш мистер Витол. Витол мой, да, опять. Так, давайте он точки захватывать, алё. Не, походу, с кем. Заходите. Чё, Кузьмич, кто-нибудь купил уже випку? Да, Зван купил випку. У него были... было очко. Вчера купил випку, получается. Теперь, уважаемый зритель. Теперь. И на сколько она? На что, на сколько? Навсегда? Ну, в смысле, надо отбирать, что ли? Тысяч. Че, у тебя сока нету, что ли? Ты не накопил? Нищаки покупают подписку на Кузьмича за 130 рублей. Да, чтобы больше баллов копилось. И тоже становятся уважаемыми людьми. 130 рублей в месяц и контент в виде Call of Duty. Фу, я мне самому противно. Так, енот ожидает войти в лобби. А, серьезно, продают випку по ограничениям по времени? А зачем? Ну, ну типа. Они дорого стоят. Ну, видимо, это какие-то крутые чуваки. То есть я просто не понимаю. То есть я не понимаю, зачем. Типа. То есть, зачем по времени людей ограничивать? То есть, типа, либо это. Чтобы не было инфляции экономики. Над тем, чтобы типа у тебя через определенное время не все стали випами. Я старался. Мы продули. Завершите голосование. Я считал, в среднем можно в месяц неспешно набрать 30 тысяч. Ну или, конечно, на гамблинге можно накатать себе там это. На что? Ну, на голосовухах, на за результаты матча. Я что-то выиграл. Неплохо. Мне нравится. Голосовухи. Так, енот, ты вступил, да? Все, ты у нас. Ты наш. Заводской. Да, сабы получают больше баллов. Это правда. Короче, у меня нет планов отбирать випки. Я не понимаю, зачем это нужно. Ну, я знаю, зачем люди делают, чтобы просто мотивировать людей продолжать смотреть. Потому что, по сути, получение випки — это, типа, такой ачивмент, после которого ты, ну, типа, можешь расслабиться и, там, на стримы не приходить. Это все система мотивации. Но что-то отбирать... Хер знает.
Мне не жалко. Ну чё, Енот, как у тебя день рождения прошел? До сих пор пьешь, наверное, или ешь? Я сегодня торт доел. Прошлогодний, с Нового года. Угу. Ну, прошлогодний твоего, в смысле, прошлого года. Угу. Ты же его покупал в прошлом году своем? Да. На самом деле нет. На самом деле, день в день. То есть он родился вместе с тобой, этот тортик? Да. Вот, но он прожил 3 дня, а ты... Вот сколько ты лет прожил уже, Енот? Недостаточно. Недостаточно? Блин. Опорный пункт. Для победы... Ну, на вид тебе лет 60 примерно. О, почти угадал. Идите к опорному пункту. А по рукам так и не скажешь. Радуйся, что это было быстро. Так, что-то опять народ меня не верит, я так понимаю. В основном народ голосует за проигрыш. Енот, в тебя не верят? Нет. У нас появился самый сильный член команды. Возможно, мозг нашей организации. Самый сильный член. Так и запишем. Смотри, куда бьешь! Блин. А мы даже первую точку не можем захватить. О, а тут точки надо брать, что ли? Да, прикинь. Ох, я раздаю вообще. Блин, вот, короче, сложно. Слишком долго перезарядка. Сейчас мы выиграем, смотрите. Бросаю гранату! Прикрываю тыл. Скрытие развернуто. Над нами их БПЛА. Сапки раздавать. Ну да, ну, типа, я, ну, могу устроить такое только, ну скажем, на день рождения вообще. На день рождения, ну понятно, когда у тебя хорошее настроение. А когда у меня хорошее настроение, кроме дня рождения? Весь год сижу вообще, брежу тут. Смена опорного пункта, ждите. Енот, ты игру выбрал, которую я тебе подарю, или нет? Ты что-то это слился, я тебе хотел игру подарить, а ты куда-то исчез. Ну, я затрудняюсь ответить. Значит, не буду ничего давить, раз ты такой. Вот я сейчас выберу Да? Да. Выбери тренинг-симулятор вместе со всеми DLC, которые там. Не-не-не, тихо, есть предел какому-то этому совершенно. Да. Стоп, а джедаи, сурвайверы будут в EA плюс хуюз или нет? Нет, по идее. Они будут, скорее всего, только в максималке, да? Фу, какая я косой дебил вообще. Да, Dead Island можно в коопе играть. Кстати, кто-нибудь планирует Dead Island покупать? Я не хочу в ТГС платить. Вот там коп на 3 человека, он короткий, в принципе, можно. А можно между магазинами? То есть я правда не знаю, где покупать. Кроссплей. Я думаю, он нигде, кроме ЕГЭС, не продается на ПК. А, в смысле, она же эксклюзив ЕГЭС, что ли? Да, поэтому я хочу ее покупать. А-а-а, я запрет совсем забыл. Я думал, ее. Я что-то грешным делом подумал. Ладно. Я про это совсем забыл. Грешным делом подумал. Да.
Не, это одна из самых моих любимых пушек теперь, вот это, которую сейчас бегаю. Она просто всех ваншотает. Твою мать. Дрон Камикадзе ушел в это. В никуда. Но Dead Island на старте мне придется пропустить, потому что меня не будет, а вот вернусь сразу за джедая все, да? Смотри, да, я знаю, что это другие разработчики. По сути, им франшизу отдали. Но она выглядит, они явно типа как референс брали предыдущую часть. Но я, правда, не уверен. Мне кажется, что игра будет очень средняя. Но в целом, что мы ожидаем от зомби... зомби-слэшера? Я как человек, который... полюбил Dying Light 2, моя планка, сами понимаете, к зомби-играм не очень высоко задрана. А тут просто игра выглядит как Dying Light 2, только хуже. Так хуже, что лучше? Да, ну то есть там должен быть какой-то определенный баланс. Ну то есть до того, как... я не, 100% ее буду проходить. Просто сначала надо пройти Jedi Survivor, потому что это по жанру Jedi это то, что мне больше нравится. Это же сослайк. Это то, что... мне первая часть очень понравилась. Что такое сослайк? Ну, соулслайк. Что-то я разучился стрелять из этого. А, мы, кстати, выиграем. Да? Никто нас не верил. Все, все нашим этим завистникам всей этой швали или как его там. Не, я как бы... нет, Фриман, мне Dying Light понравился. Просто мое мнение не разделяют люди вообще. Сколько раз я пытался... короче, я смог затащить только Сашовского в постель Dying Light 2. И то ненадолго. Нет, это просто общее мнение... игрового комьюнити фанатов первого Dying Light заключается в том, что второй Dying Light хуже. В целом я их могу понять. Они играли в одну игру, которую первый Dying Light, ну на самом деле великолепнейшая игра. По многим критериям. А второй там, они комьюнити слушают, они допиливают. Ну на старте игра, да, была не это. Не супер-пупер. Там вроде как... в этом году должно выйти DLC с локацией. На Dying Light 2. И там... в него я 100% буду играть. Может быть, я даже до него доползу. Еще, типа, освежу впечатление. Там, не знаю, на NG+. Поиграю. У меня есть желание NG+ пройти. За другую фракцию. В районе работает наш беспилотник. Опорный пункт переместился. Захватите указанную область. Прикрываю тыл! Вызываем миномет в зал! Второй Dying Light буду побывать, он просто вышел неудачное время. Сейчас на него была максимальная скидка, по-моему, 50%, насколько я помню, последний раз. На скидки на него довольно часто появляются. Они его активно довольно пушат в продаже. Перед выходом DLC я смешные деньги взял его. Давай.
Второй. За песо? Какие еще смешные деньги? За лиры. Пора на следующий пункт топать. Победа! Ничего себе. Последний килл будет мой, этот позорный. Да, еще они мод инструментарий, но я в моды не играл совсем. Да. То есть, чтобы играть в моды в Dying Light 2, в этой игре надо жить вообще, я так понимаю. Я промазал и такой бам, колено. Клёвая пушка, рекомендую все. Да-да. Завершайте голосование. Мы выиграли. Так, долго еще качать ее? А, не, я ее прокачал. Ну, все, пока. Пока. Будем качать Lockwood MK2. Не знаю, что такое, но, по-моему, она еще хуже перезаряжается. Я тоже почти прокачал 12 уровня. Ну, ты-то по боли меня убиваешь. Ну, неплохо поднял баллов. Блин, опять та же самая карта. Так как так-то? Вот, а Гуфоск еще жаловался, что нельзя голосовать за карты. Почему теперь? Играем на тех же самых картах все равно. Командный бой. Ну это командный бой. Блин, для командного боя это что-то немного великоватая карта. Прятки, блин. Какая ужасная пушка. Да, блин. Да, я это подсаживаю вас на казино. Тело даже не убивает. Я буду страдать сейчас. Yes. Хорош. Как ты туда забрал? Понятно. И Рохан явится. Я ранен. Короче, я нашел худшую пушку в этой игре. Первое убийство за игру. Когда XBetовый лог... Нет, вы меня никогда не увидите. Я, кстати, в жизни ни разу в казино не был. Ну, реально. Несмотря на то, что казино в Нидерландах легализировано. Здесь есть казиношки, но я что-то ни разу не ходил. То, типа, я себя не представляю человеком, который там, не знаю, деньги на что-то ставит. Ну в чем интерес? А возможно я... Ох, я хорош. Возможно я просто боюсь себя. Джесси, откуда у тебя цифры продаж этих игр? Они типа объявляли о чем-то или что? Или типа ты типа сам думаешь, что ну типа я игру не купил, значит она не продается. Я просто что-то не помню. Я смотрю, Берсерк, ты в ва-банк пошел, 30 баллов поставил. Ну прям вообще гуляй на все до получки. Меня зацепили. Они развернули турель часовой. Бросаю гранату. Цель устранена.
Ох! У меня контакт! Мы наносим минометный удар. Ох! Мы потеряли половину поля. Начинайте контратаку. Так. А, был какой-то разбор, типа. Я просто его пропустил. Противник поднял контр ППЛА. Либо у них просто завышенное ожидание продаж. Ну, скажем, игры от Arkane, они не для всех. Ну, то есть Immersive Sim не все любят. Это определенная аудитория. Но могу сказать, что у таких игр очень длинный хвост потом продаж на скидках. Там можно тупо 10-15 лет зарабатывать еще. Это игры вечные. Появляется аудитория, которая проявляет интерес к таким играм. Типа, пока не сменится там пара поколений, их еще можно продавать. Ну, по сути, потому что это... Что такое? По сути, шедевры. Игровые. Не очень на коммерческую тему. Это не колда, короче. Опа, надо прятаться. Это не колда, но они продаются стабильно. Стабильно и долго. Но это обычно не то, что компании хотят, потому что обычно как делается? Если есть студия, ты делаешь проект, продаешь проект, еще до начала продаж нового проекта ты уже начинаешь новый. И надо эту команду финансировать. Потом проект завершается, какая-то часть людей остается на поддержке DLC, багах и прочем, а основной костяк команды уходит пилить новый проект. И это все надо финансировать. То есть должно быть такие продажи проекта, чтобы достаточно было без дополнительного финансирования финансировать разработку следующего проекта. Ну, еще купить пару яхт, конечно. Потому что куда же без яхт? Куда? Куда? Вот не знаю, куда без яхт вообще. Ты в Испании на яхте ешь кататься? Ну, покатаюсь. Ну, то есть я сам не умею водить яхту. Ну, можно там поплавать куда-нибудь. Куда? Куда-нибудь. А куда на яхте плавать? По воде вроде как. Куда-нибудь. В океанчик. Про хвосты у Индии, я не совсем понял, что значит про хвосты у Индии. Индия, откуда у вас хвосты? Что такое хвосты у Индии? Это типа не висяки? Проекты, которые не завершены или что? Или типа обещали, не доделали? Завтра будет, конечно, в подкасте Рубилова. Так, а мы выиграли или проиграли? Я проиграли. Проиграли. Окей, завершайте голосование. Не, винтовка, это, конечно, Локок МК2, она ужасная. Она еще очень долго будет ужасной. Пока длинный столб не появится и глушитель не припердишь к ней. А, про хвосты продаж у игр, которые забрали статус аудитории, сразу, а со временем за счет сарафана.
Есть вечно зеленые тайтлы. Вот у нас, как у издателя, в портфолио есть вечно зеленые тайтлы, которые продаются вечность. Ты можешь выпустить игру, она потом несколько лет актуальна. Ну, хороший пример, прям хороший-хороший пример, это Graveyard Keeper. Кстати, на... Окей. Плохо. И, кстати, сегодня скидочка на Graveyard Keeper, я замутил 80%, на главной странице Steam можете найти. Daily Deal. Целых 838 лир. Ничего себе. Как дорого. Бери сразу весь бандл, советую, со всеми DLC. 108 лир. Это меньше 500 рублей, кстати. Так, мне кажется, я зря, наверное, пилил на нее глушитель без длинного ствола. О-о-о, твою мать. Я с этого глушителя просто прицелить ничего не вижу. Я тут целюсь и просто вижу глушитель. Но там есть эти нюансики. Кузьмич, докачивай, будешь тоже страдать. Не, я докачаю и возьму новую пушку. Че, я псих, ну, что ли? Вот, МК-2, который, он тоже. А, вот это? Винтовка, да, она прям ужасная. Кайф. Это то, что я заслужил. Что это вообще? Это касса-карта была добавлена в предыдущем сезоне. Но так в предыдущем сезоне никто из вас не играл, она для нас новая карта. Кота не возвращается. Yes. Блин. Верх хладнокровия активен. Они запустили крылатую ракету. Мы вышли в лидеры. Трофей. Да, блин. Интересно, да, хоть блядь, кто... Да откуда вы тут ваншоты-то? Каморка 2 на 2, блин. Господи, это лестница, а рядом шахта лифта, и они... Ой, блядь. Твою мать. По-моему, Диамон мы немножко перегрели. Ставки, народ уже менее активно голосует. Противник захватывает Чарли. Все сидят на горе золота на своей. На вид. Сто 130 рублей. И вы уважаемый член сообщества. Нет, вы все уважаемые члены сообщества, а это мега уважаемые. Можно постить Кузьмича в чат. Ради этого. Противник захватывает Браво. Топают бледины. Берем зону Альфа. Помнишь, оба на угол шоу? Бледина. Помнишь? Ну... Да-да-да, помню. Сейчас я сдохну и помню. Захватываем цель Альфа. Блин. Берем зону Альфа. Я помню, на Graveyard Keeper у меня была задача несколько лет назад. Когда в Тенибилде было еще, типа, там, не знаю, 20 человек работало, я занимался паблишингом на консолях, и мне нужно было для ритейловой версии Graveyard Keeper получить ESRB рейтинг. Там, когда ты получаешь рейтинг, ты должен указать все спорные моменты в игре. Ну, это, типа, то, что... Алкоголь, наркотики, убийство людей, причинение вреда животным. То есть, понимаете, Graveyard Keeper. Игра, в которой можно из
сначала сделать аутопсию, эксгумировать труп, а потом из этого мяса сделать сэндвич. И я вот этим вот я занимался, чтобы... Эксгумировал, делал сэндвич? Да. Записывал это на видео, описывал все эти геморрои. Я потратил, наверное, то есть реально, короче, по-моему, дня 3 на это все, чтобы все эти моменты запечатлеть. Плюс там надо предоставить полностью скрипт игры, все диалоги, чтобы там были, и все референсы на сексуальные диалоги, на алкоголь, там, и так далее. А там в игре постоянно, там, не знаю, можно зайти в этот самый, в бар, и там, не знаю, заказать себе пивка. Но справедливости ради я могу сказать, что я ее проходил с читами. У меня был специальный билд, в котором работали читы, чтобы не очень много времени на прокачку тратить. Потому что там, чтобы сделать вот этот сраный сэндвич, нужно достаточно много нафармить мяса. А я просто там ресурсы это набирал. Да блять, да ты что? Да как ты? Подпись енот. На коробке с игрой это могут опубликовать. Блять, да ты что? Да кто ты? Но игра очень гриндовая в какой-то момент. Она, собственно, про это и есть. То есть люди там, чтобы свой этот самый огородик с трупиками прокачать, это надо очень много времени потратить. Захватываем Браво. В секторе работает БПЛА противника. Такого синего пикапа парень тратит. Да, там вот, да, там вот игра от математики. Это правда. Минометный удар противника, ищите укрытие. Ай. Куда Витол свалил? Нет? Да кого? Мне нравится, когда ты из ружбайки промахиваешься 3 раза, и на 4-й раз кого-то убиваешь, и тебе высвечится one shot, one kill. Да-да-да, у меня такое было. Типа ты, не знаю, выстрелил 3 раза в человека, потом один выстрелом убил. Ну, предыдущие разы, естественно, не попал. Он тебе пишет, да, one shot, one kill. Мое уважение. Так, Вертухляндия сбита. Цель уничтожена. Так, ну мы всасываем. Миша по-любому ботаном был в школе и шарил по математике. Я вам скажу больше. Я закончил школу с отличием. У меня есть настоящая серебряная медаль. Осталась в России, к сожалению. Я ее с собой в Голландию не брал, но где-то лежит. В шкафу. Я был задротом в школе. Прилежным мальчиком. Делал уроки. А я делал родителям голову иногда. Делал что? Голову. Родителям это как? Это как? Наебал мозги, Кузьмич. Ну ты чё, господи. Я таким не занимался, я был хорошим, прилежным мальчиком. Мальчиком? Получал от старшеклассников. Нет, я никогда не получал. Я это... Не знаю, у нас довольно... Ну, были, конечно, конфликты в школе, но... Так, чтобы там кто-то дрался, я нет. Я был этим
дохлей. Меня нельзя было бить, я был дохлей. Мы продули. Задание провалено. Возвращайтесь на базу. Хорош. Или плохо. Да, я что-то это... Убил всего шестерых. Ай-яй-яй. Вот бы дрался в школе, не вырос бы Токсим. Как это связано вообще? Ой, я, наверное, последний матч. Я спрошу у жены, как она там. Или она мне уже пишет. Она уже мне пишет. Ладно, последний матч. У меня вместо черного цвета все розовое. Нормально? Возможно, ты эмо? А, ну да. Ты же из этих. Из которых? Из эмо. Вернул себе 2007. Так, все, да, последняя ставочка. Казино ставок больше не делает. Последняя ставка на сегодня. Экономически выгодно. Завтра стрима не будет. Завтра будет подкаст. Захватываем альфу. Мы контролируем альфу. Смотри, куда бьешь. Да ну ёб твою мать. Захватываем браво. Хорош. Ой, хмарионыш, блин. Ой, ладно. Я ее точку захватываю, он сидит, кого-то там палит вообще. Хмарионыш? Угу. Сидит, попку отклячил. Отклячил попку, это как? Скинешь фото? Ну вот ты в этой игре приседаешь и прицеливаешься, у тебя попка отклячивается. Ты что, не видел? Мы контролируем все цели. Не теряйте... Ты чё? Чувак, вообще, у меня над... Блядь. РПГ. Ставки на подкасте. Какие, типа... Успеем уложиться в 2 часа или нет? Вот это обычно очень этот очень странные предсказания. Ух, хорош. То есть очень неожиданное. Будут ли хорошие и умные вопросы от телезрителей? Блин, кайф. Берем зону Браво. Захватываем цель Браво. Захватываем Браво. Захватываем цель Чарли. Да твою мать. Блять, РПГ. Нет, Фримен, я про этот самый, я про то во время подкаста. Не, я просто, я не знаю, на что делать ставки во время подкаста. Ну там типа нету ничего такого интерактивного с небольшим промежутком времени.
мы же, к сожалению, на подкасте с аудиторией работаем очень мало. Но поэтому у нас не очень большой онлайн на прямых эфирах, потому что там нету интерактива. У нас... Да, мне тоже только что немного телепортнуло. Хорош. Меня... То есть подкаст слушают больше в записи. У них очень длинные хвосты. Это не про... Формат стримов там просто потому, что мне лениво в какой-то момент стало монтировать. Это был такой экскьюз, чтобы типа люди чтобы знали, что это прямой эфир, и оттуда ничего не будет вырезаться еще к тому же. То есть вот как ты сказал, так вот оно и будет. Не, на Ютубе нет ставок, но это я просто пофантазировал. Как вам фантазия? Как вам мои фантазии влажные? Ну, у тебя весь вечер влажные фантазии. Да. А днем-то вы просто не слышите мои дневные влажные фантазии. А что если слушаем? Ага. Твою мать. Машина взорвалась и меня убила. Это очень унизительно было. Блин, стихами заговорил. Это что, я рэпер получается? Да. На каком лейбле пишешься? Клоцок. Клоцок... Да, Productions. Захватываем цель, Браво. Твою мать. Берем зону Браво. Они вызвали ППЛА. Цель Браво захвачена. Не, у меня, короче, только один шанс убить человека. Больше шансов у меня нет. Курва Entertainment. Хорошо. Но это польская студия звукозаписи. Не, ну вообще, иногда, короче, из этой штуки через полкарты можно убить. И вообще кайф. Фейковая футбольная лига со ставками в Индии. А, ничего себе. Платили актерам как участникам, как в рестлинге, господи. По-моему, эту статью я... год назад слышал. Да-да, это в прошлом году как раз и было. На Цивитол поехал, можно идти захватить ее. Бляха-муха. Ты козлина сидит, ждет. Ну ничего, сейчас я тебя так, это как же так, да что это за пушка то у него, а это P90 какой-то, ебаный. Господи, что у нее с рукой. Да ёб. Так, ну чё, мы еще пока неизвестно, мы выиграем или проиграем, потому что мы вроде как держим две точки, и это пока вроде норм. На А идут.
Хорош. Я, наверное, еще, кстати, прокачал уже. Да, ружбайку-то прокачал, можно поменять. ЛМС 1? ЛМС. Окей. Ой, что это за... Это что, типа снайперки прям сразу? Мне к нему этот... Они берут зону Чарли. В секторе работает БПЛА противника. Фу. А как я буду с этим захватывать что-то? Противник захватил все цели. Освободите их. Раньше надо было думать, скотина. Захватываем Браво. Че это за хуйня-то происходит? Да вы че? Философски спрашиваю я у вселенной. Жаль, Симдек Продак мог бы по вечерам Dead Island World все гонять. Не, я честно пытался играть на Steam Deck. У меня нахуй руки через 20 минут отвалились. Это очень тяжело. Если ты лежишь, он очень тяжелый. А у меня ручки нежненькие. Я серьезно, я брал с собой в отпуск прошлым летом Steam Deck. В итоге, знаете, чем закончилось? Я, короче, я всегда с собой в отпуск беру ноутбук. Ну, потому что, ну, мало ли что. Надо там поработать срочно. Надо, не знаю, что-то по своим делам позаниматься. В итоге я просто сидел за столом и на ноутбуке, как нормальный человек, играл в нормальные видеоигры. Ну, как нормальный, в Battlefield 5 играл. Не знаю, я не разделяю любви к Steam Deck'у, просто потому что у меня нету... Steam Deck. Да, Steam Deck тут тоже нет. У меня нету кейса уже на мобильное использование устройства игрового. Над нами их беспилотник. Нас поддерживает контрбеспилотник. Не, мы еще продуем. Союзник вызвал минометный удар. Работает БПЛА союзника. Ну, операция, да. Сорвалась. Мы проиграли. Проиграли. Привет, Альфабет, и пока мы заканчиваем. Ты все пропустил. Все став очки. Да, шипмент вернули. Это праздник в комьюнити. Какого? Так, что-то... Чё, что? А? Так. Что-то мне не понравилась эта штука прям с этим, с лазерным прицелом. Это какой-то отстой. От? От? Ну, он, типа, у тебя пехотная винтовка, но из нее делаешь слабую снайперку. В чем смысл? Какой смысл? Боевой пропуск 49 уровня, между прочим. Да? Ты что, крейзи? Да? Я же тебе рассказал, как я Battle Pass качаю. Ой, да, ты ж там этот... Ну, типа, запускаешь DMZ в соло без добора команды. И стоишь на месте, все. Иногда раз в 40 минут альтабаешься, перезапускаешь матч. Ты так об этом рассказываешь, как будто гордишься. Я этим мега горжусь. Я наконец-то понял, как играть в Call of Duty. Потому что меня на самом деле Call of Duty угнетает. Я покупаю боевой пропуск и испытываю угнетение от того, что его надо прокачать. То есть, если я прокачаю просто Battle Pass, я дальше буду играть в... Ну, в свое удовольствие, что ли. Ну, какие-то проблемы белых людей за 40, честно говоря. Да, ну то есть, я понимаю, просто у меня... Господи, мне показалось, что у этого персонажа косоглазие. Немножко странно выглядело.
Мне как бы... Я понимаю, что люди просто типа играют в один Call of Duty и все, и у них есть время на все прокачивать. Они просто типа, ну, играют, вот и прокачиваются. А я человек, я личность разносторонняя. И мне надо вот так. Наглые рожи. Да. А сейчас, кстати, бесплатные выходные, я так понял, да, в колде? Да. До 26-го, если ошибаюсь. А когда платные будут? Платные всегда. Рейтинговая игра. О, вы видели, они удобно камуфляжи что-то сделали? В смысле? Нихуя себе. В исполнителя? Ну, или камуфляж, ну, на оружие? На оружие. Ну, вроде да. Стоило, я не знаю, пройти миллиардом лет эволюции, как они сделали, как в предыдущей колоде нормально. Блять, конченые люди, конечно. Да, воспитанные волками дропнули в производстве. Его закрыли после второго сезона, по-моему. Мне нравилось. Он был крызанут. Досмотрел? А вот вроде сейчас вышла уже серия? Да, да. А, окей, вот сейчас я как раз и пойду. Мандалорца. Сейчас я пойду смотреть. Все, всем покидаю. Да, давай. Всем пока. Все, я тоже пошел. Завтра приходите на подкаст. А вообще приходите на подкаст каждый раз. Че я тут несу вообще? Не только завтра.